Я любил и женщин, и проказы, что ни день, то новая была. И ходили устные рассказы по району про мои любовные дела. И однажды как-то на дороге рядом с морем встретил, не шути, встретил я одну из очень многих по району на своем, на жизненном пути. А у ней широкая натура, а у ней открытая душа, а у ней отличная фигура, а у меня в кармане не гроша, потому что ей в подарок кольца, клипсы и духи из первых рук, а взамен немного удовольствия от ее сомнительных услуг. Я тебе, она сказала, Вася, дорогое самое отдам. А я сказал, за 3 рубля согласен, если больше, так с другом пополам. Женщины, как очень злые кони, захрипят, закусят в удила. Может, я чего-нибудь не понял, а она обиделась, ушла. Через месяц улеглись все волнения, а через месяц вновь пришла она. А у меня такое ощущение, что ее устроила цена. А у меня такое ощущение, что ее устроила цена. Роман в стихах. Удовлетворение. Владимир Огирок. В 6 томах по 500 страниц для читателей старше 21 года. Цена $10 том. Это поэтическое произведение создано на основе дневниковых записей Владимира Огирок и состоит из более чем 20 тысяч куплетов. За 20 лет с 1966 по 1986 год в СССР он произвел 150 детей от 700 нуждающихся заказчиц. В этой книге описываются события, произошедшие с ним в течение 5 последних лет, 2010-2015 годы. Вдовы, убедившись в сексуальных способностях Владимира, знакомят его с женщинами, желающими иметь детей. Итого в Нью-Джерси беременеют 19 красоток, в Манхэттене, Нью-Йорке 23 женщины, с 20 по 42-ю, 43-я и 44-я жена и дочь банкира беременеют тройнями в Милбейсе, Бруклин, и знакомят Владимира постепенно с богатыми женщинами. Из 5 городов Пенсильвании, 45-й по 76-й, 3 женщины, родившие уже от Владимира по одному, изъявляют желание пойти по второму кругу сразу еще на 3 детей. Теперь о Владимире узнали в Лондоне, Англия. 77 по 85. Итого 85 рожениц родили 215 детей. Последняя тройня 04.22.2013. Все заработанные деньги Владимир в середине мая 2013 года раздает мамам с контрактом, с завещанием и трастом для получения через 21 год
к совершеннолетию детей. Через 20 лет Владимир получит только 10%. От автора. Книга написана в стихах, так как я и моя мама с детских лет писали стихи и песни. В 1965 году я написал стихи для песен Владимира Высоцкого. Стихотворение на тему памяти о бурной и полезной юношеской жизни Владимира Огирок в СССР с 1966 по 1988 год читает автор Владимир Огирок. Любвеобильный воспроизводитель 04.15.1999 года. Ты любишь, милую, исток блаженства своего, не превращая ее в кумир, святыню, божество. Приходишь на свидание к ней, любви отдайся весь. Но слишком часто не ходи, успеешь, надоесть. Не повторяй «люблю, люблю», в восторге умеряй. Свиданий частых не проси, не плачь, не умоляй. Навязчив будешь, набежит нежданная беда. Любимая ответит «нет», взамен былого «да». В селе Червоном с Машей сделали Володю. Он был мой первенец в 67-м году. А Таня Киевская заказала сына Владю. В 80-м он родился на беду. Я помогал всем тем, кто хотел деток. Тем, чьи мужья не жаждали помочь. Жаль, не принес я ни в одну семью конфеток. В Петрозаводской Маше родилась очередная дочь. В Ташкенте Маша родила мне тезку сына, в Тольятти Валя дочь мне родила, Светлана в Ленинграде дочь родила, приятны были сексуальные дела. Светланой в Киеве помог зачать я Гришу. Давно-то было, еще в 82-м году. С Танюшей Юрченко создали сына Мишу. Они живут в семье, как будто бы в раю. С уборщицей хозмага по имени Ракета зачал Наташу, на лицо она как мать. Я помню всех их просьбы до рассвета быстрей как можно хоть кого создать. В 1987 году с Жанетой вышла снова Ната. Семья окрепла, дружны с мужем и сейчас. В 72-м моей дочурке Наты 11.01 рождения дата с Леной Антошку сделали за час. С Ларисой Димку очень быстро получился. С Оксаной Виктора с театра оперет. У Вики с Минска девочка родилась. У Гали Оля и художник, и поэт. У Аллы Ира познакомились в Одессе. У Клавы с Риги Алекс, сын уже большой. У Хонораты в Польше сын, писалось в прессе. Хоть дочь, хоть сын, приятно, все же мой. Зато любили папу, что не пьет, не курит, машину водит, крепкий, нежный человек. Он не ворует, никого ни в чем не судит. С моей подачи много деток вышло в век. А сколько я не помню, кого я мало знал, из городов больших, поселков и курортов. Лишь для себя припомнив, я все это написал. Никто вовек не делал от меня абортов. От Любы Левченко прекрасная Марина, от Тани Света так умою мне была, от Зои нежная, приятная Ирина. Вести любил я сексуальные дела. С сестрой Тамары я в Москве создал Максимку.
Он всем годков меня глазуньей угощал. С Тамарой в Киеве создали снова Димку. По мирской жизни меня Бог за все прощал. Детишек сделал я немного больше сотни. Уверен точно, что почти 150. Но я все холост, не имею своей родни. Девчонок больше, чем любимых мне ребят. Все 19 лет на это я потратил. Любил я многих, но и ими был любим. Я не жалею, что весь порох свой растратил. Я, как эмир бухарский, был над ними господин. И я не знаю, что со мною дальше будет. Молю я Бога, чтоб не быть мне одному. Благословлен я им, пусть он меня и судит. Я точно знаю, что в душе останусь верен я ему. Всем деткам я здоровьечка желаю, неба мирного, богатства и любви. На дела добрые я их благословляю, и я люблю их всегда, будучи вдали. И пусть не все детишки меня знают, их мамы честь свою любовную хранят, своих отцов пусть лучше обожают, о них приятное все чаще говорят. Так получилось, что я нужным оказался. Таких, как я, искали матери детей. Я горд и рад, что с ними я справлялся. Не в счет расходы для столь радужных затей. Я список вел, детишек в общем не считая. Я сам не верил, что за сотню перейду. Из 700 подруг 150 детей приобретая, за них я счастлив, рядом с ними я живу. Быть может, кто-то из детей мой путь продолжит, и мой рекорд желаю многим я побить. Пусть каждый муж славянским женщинам поможет, чтобы страна сумела горе победить. Пускай живут все счастливо, правдиво, пусть все растят защитников страны, с трудом и совестью обходятся ревниво, чтобы избежать подольше всяческой войны. А я живу в мечтах и рад воспоминаниям. Почти в гареме я прожил те 20 лет. Происходило все благодаря моим стараниям. Держу я в тайне мной обещанный обед.